Человек, который не вписывается в рамки европейских ценностей. Иностранец, открыто заявляющий о лицемерии Запада. Серб по национальности, но русский в душе. Ценитель творчества Достоевского и сторонник сильной России. Обладатель «Золотой пальмовой ветви», номинант на премию «Оскар», режиссер и композитор Эмир Кустурица. Начали. Скоро на РЕН-ТВ. Я буду делать фильм здесь.